понедельник в Самарской области ожидается пасмурная погода. Осадки в виде дождя и снега. Днем 0-4 градуса, ночью -1, +1. Ветер преимущественно южного направления будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, пройдет небольшой снег. Днем -1, ночью дождь и +1 градус. В Тольятти облачно, днем -1 градус. Возможен снег, ночью +1, ветер южный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером возможен снег, днем -1 градус, ночью нулевая температура. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.